Сегодня я хотел бы представить на должность полномочного представителя губернатора Вологодской области и правительства Вологодской области в Москве по связям с федеральными органами государственной власти Макаровского Алексея Юрьевича, человека, которого мы знаем давно. С 2012 года он работает в правительстве, в мэрии города Вологды. И задача, которую Алексею придется исполнять, она очень важна. Это прежде всего продвижение имиджа Вологодской области на федеральных площадках, взаимодействие с администрацией президента Российской Федерации, с правительством Российской Федерации, разработка и участие государственных программ с федеральным финансированием на территории нашего региона, реализация крупнейших инфраструктурных проектов с участием федерального центра и федеральным софинансированием, конечно, увеличение привлекаемых на территорию региона федеральных средств. Все эти задачи необходимо будет выполнять, и я думаю, что Алексей Юрьевич с этой задачей справится безусловно. Поэтому давайте поздравим коллегу с назначением и вручим удостоверение.